Привет, ребята! С вами Слава! Мы будем готовить с фиксиками. Будем готовить мы смузи. Из чего? Из малины, из банана, из молока. Правильно. Сегодня у нас смузи из малины с бананом. Ты пока нарезай банан, а я расскажу о нашем напитке. Смузи – это густой, освежающий, прохладительный и очень полезный напиток. Нам понадобится банан 1, малина замороженная 300 грамм, сахар или мед по вкусу и молоко 400 миллилитров. Нарезаем банан и слаживаем в чашу блендера. Все, банан готов, слаживаем в чашу блендера. Давай нож. Так. Туда же нам нужно положить малину. Высыпаем малину. И малины. И этого. И молока. Нет. И еще нам нужно положить сахар или мед по вкусу. Но у нас сегодня мед. Выливаем мед. А кто мед делает, расскажи. Пчелки. Пчелки собирают пыльцу и из нее делают мед. Они собирают пыльцу, потом летят в улей и делают там медик. Правильно, медик. Вкусный и полезный. Это правильно. Все, вылили мед. Вот они еще течет. И нам теперь все это нужно измельчить при помощи блендера. Такая я. Так. Это мы измельчили наши фрукты, и теперь нам нужно влить молоко сюда. Да. Аккуратно, не разлей. Ничего. Вливаем молоко. Ничего же она разлилась. Ничего страшного, конечно, такое бывает. Мы сейчас вытрем. У тебя есть салфетка? Возьми салфетку и вытри. И теперь нам снова нужно взбить это все в блендере. Ложи салфеточку и взбиваем. Наше смузи готово. Оно розовое. Теперь мы наливаем стакан. Розовое. А это с трубочки, наверное, пить. Можно с трубочки, можно и без трубочки. Давай зонтик, зонтик. Зонтик. Зонтик для красоты. И буду пить вот так, как в коктейле. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставим лайки.